Ребята, всем привет из Голубицкой. Тут сегодня такой обзор небольшой пляжа делаем. Сейчас вот я был на пляже Молодежный. Такое очень красивое место у нас. Погода потихоньку у нас расходится. Ветерок тучи разгоняет, солнышко начинает выходить. Но сегодня тепло, уже комфортно на берегу. Люди лежат в море, купаются люди. И вчера купались, и сегодня. Сегодня даже хорошие новости есть. Вода стала потеплее, 24,2. Я думаю, если солнышко разойдется, то будет вообще хорошо. Красота. Посмотрите, вот оно так вот выходит у нас уже. Солнышком всегда веселее. И купаться хочется, и загорать. Красота. А мы сегодня пройдем еще до Золотой Рыбки, на пляж Золотой Рыбки. Меня просят там показать обстановку. Альмаре, Золотая Рыбка. Вот эти вот два пляжа, они как бы одинаковые. То есть одно целое, можно сказать, практически. И там интересно по-своему. Посмотрим, в общем. Кстати, пляж района Кавказ я показал. Тоже, кому интересно, вот заходите. Тоже по просьбе человека. Он никак не поменялся, как был, такой и есть. Все в порядке с ним. Единственное, что людей, конечно, меньше стало сейчас. Но это и плюс. Видите, у нас как Голубицкой можно отдыхать. На таких пустых, чистых пляжах. Никому не мешаешь. Красота. Я даже удивлен, вот здесь мусор. Я недавно еще проходил, мусора было много. Убрали мусор в этом месте. Потрясающе. Даже удивительно. Но я видел, здесь у нас коммунальные службы работали. Вывозили тут целыми мешками, пакетами. Может быть, как-то к концу сезона решили тут убрать. О, с собаками у нас люди. Тут у нас место есть такое, вот откуда я начал, там база-кооператор. У нас сейчас скоро будут собаки, видимо, выступать. Вот эти, знаете, спасатели. Они, люди будут в море плавать, кричать, тонем, тонем. А собаки будут плавать. Я тоже стараюсь в каждом видео вот про это говорить. Приходите, база отдыха, кооператор, как раз вот Молодежный пляж. Но там нужно точное время знать, когда волны на них не выпускают. Нужна тихая погода. Кстати, захвачу вам немного здесь пляж парка аттракционов. Тоже людей, конечно, меньше тут в разы. Интересное место. Как раз рядом здесь дельфинарии, колесо обозрения. Вот эти вот все развлекухи. Кстати, я тут хотел снимать реже, там, раз в двое, в трое суток. Но получается, что люди... Здравствуйте. Люди просят поснимать почаще. Ну, пока будем. Снимай, друзья. Я хочу вообще голосование поставить. Вот как вы думаете, там раз в 3 дня выпускать видео, раз в 4 дня, раз в 5 дней и так далее. У меня просто сейчас будет очень много дел. Там ремонт, нужно полы заливать, там опять стены крушить. В нашей комнате с Татьяной Викторовной, в Риточкиной, это я сделал. А сейчас нам предстоит вот эта вся катавасия. Я уже, наверное, каждый день не смогу, чтобы там люди не обижались, реально. Вот этих просьб очень много. А пляжи у нас длинные, я вот так вот бегать не могу просто постоянно. Так я уже, конечно, хочу в Крым съездить, вот именно в лес, чтобы, знаете, погулять по паркам, по каким-то. У нас Голубицкой этого катастрофически не хватает. А вот мы на пляже Альмаре. И уже Золотая Рыбка. Ну и тоже, видим, у людей аппетит хороший. Смотрите, кукуруза, кстати, так цена не упала, до сих пор 100 рублей. Я вот здесь у девушки спрашивал, продают кукурузу. Ну да, люди купаются тоже. В воду не бойтесь, заходите. Если вы зайдете, то вы уже из нее вылазить не захотите. Она на самом деле такая теплая, хорошая вода. Ну, каждому свое. Кому-то, вот как ребятам с севера, вообще вода. У нас там бывает
с кострами купаемся и ничего. А здесь плюс 24 градуса, друзья, это вообще фантастика. Там у нас и не прогревается выше. Знаете, какая благодать сейчас поспать в удовольствие здесь. На бережочке послушать шум моря. Местами на берегу, кстати, медузы попадаются. Вот это вот штормами их выкидывает. Что интересно. Местами вообще пляжи наичистейшие. Такая вот обстановочка у нас на Золотой Рыбке. Посмотрите. Тут не только, еще ПК отдых, тут платан. Оно здесь все перемешано так. А находится все рядом, поэтому... Но сам пляж Золотой Рыбки вот он. Вот она здесь. Сейчас тоже короткое видео сниму, в телегу закину. Кто спрашивал, друзья, смотрите. Свежие новости. А вот там вот дальше тоже у нас людей полно. Интересно. Видите, кто хочет, тот купается вообще без проблем. Из воды людей не выгнать, поэтому там кто скулит, там новые, друзья, не обращайте внимания. Я еще раз повторю, на Черном море такая вода вообще редко бывает, такой температуры. И ничего, нормально. Отдыхают люди, купаются. Вот такая благодать у нас. Все показал, всем удачи, счастья, до свидания. Зрителям Рутюба привет большой. Начинайте узнавать интересные места. Голубицкое, Азовское море. Идеальное место для отдыха.